Привет! Сегодня покажу свои любимые кисти для макияжа. От знаменитого cruelty-free и веган бренда Real Techniques у меня два сета. Дорожный комплект основных инструментов для макияжа включает удобный чехол для хранения, который легко трансформируется в подставку для просушивания инструментов. Сделан аккуратно, снабжен застежкой, липучкой и лентой-резинкой при растягивании, вмещающей довольно много предметов. Набор содержит большую пушистую кисть. Она наносит пудру или румяна тонкой легкой вуалью. Инструмент для кремовых текстур, который легко набирает и равномерно распределяет тональники, BB-кремы и другие продукты с маслянистыми формулами, не оставляя полос и пробелов, при этом не сильно увеличивая расход средств. А также быстро набирающая и легко отдающая пигмент средних размеров кисточка для нанесения и растушевки теней для век. Инструменты удачно подобранных размеров и форм с плотно набитым подвижным ворсом. Качественные щетинки из синтетических волокон, мягкие и податливые. Во втором наборе из 5 предметов для макияжа глаз находятся кисть с коротким густым ворсом для нанесения теней, плоская и овальная кисти для растушевки и проработки складок века, эластичные, плотно набитые щетинки, также мягкие и не повреждают нежную кожу век, создают плавные градиенты, легко растягивая пигмент. В сет входит тонкая кисточка для жидкой или кремово-гелевой подводки, она прорисовывает точные линии и равномерно распределяет средства. Расческа для ресниц частыми мелкими металлическими зубчиками, которые прекрасно разделяют ресницы, удаляя комочки и излишки туши. И бокс для хранения кистей узкой вытянутой формы, за счет которой его сложно мыть. И завершает эту небольшую коллекцию кисть для нанесения теней для век от Vegan и Cruelty Free бренда Medusa's Makeup с синтетическими щетинками, плотно расположенными волосок к волоску, гладкими и послушными. Но щетинки более жесткие. Кистью удобно наносить рассыпчатые текстуры плотным слоем, она хорошо отдает продукт, но не особо подходит для растягивания оттенков. Все рассмотренные кисти находятся в прекрасном состоянии. За несколько лет не ежедневного, но регулярного использования почти не изменились и, возможно, не потеряли ни одного волоска. За ними просто ухаживать, они легко очищаются, не линяют, быстро высыхают. Спасибо за внимание и пока-пока!